Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. И у нас задания за зомби скоро сравняются с заданиями за растений. Так что будем уравнивать шансы. Так, переходим сюда. И будем играть сегодня, наверное, за разгрома. Вот он у нас здесь. Выбираем. Ну и поехали. Ничья в мини-гольфе, мы играем против ореха. Да. The Force. Так, сообщение от зомбосса. Тема «Орех в доспехах». Какое нахальство! Достаньте его! Он один на поле, да, и мы все против него. Надеюсь, оно так и будет. Разгром, не подведи меня. Я знаю, ты мощный чувак, ты должен его наказать. Ну что у нас тут по руке? Вот эту карту меняем. Ёлки-палки, поменял. Но, в принципе, сейчас уже лучше, намного лучше. Ход зомби, давай вызывать добор карты. Неплохо. Следующий ход у нас с вами обеспечен. Твою ж налево, а? Что он сделал? Уничтожит сейчас мне зомби-ка-то. И это плохо. Вот. А давай-ка подеремся. Надеюсь, он не уничтожит мне этого зомби. Убить не убьет, если будет. Так, чё, перемещение растения дает плюс 4 к хп? Или сколько там, плюс 3 к хп дал он ему, да? Так, ну что, мы ему 2 в лицо, нам 2 в лицо прилетело. Так, слушай, я могу, в принципе, сделать вот этот удар. Но сначала поставим зомбика. Сейчас, что он будет делать? Так, ты посмотри, что он сделал, а? Слушай, мы с тобой можем уничтожить. Вот только кого лучше? Давай, наверное, сделаем вначале вот так. Тут у нас не пробьет по прямой, потому что у нас тут будет зомби. Поехали. Получил свое. Следующий ход. У нас есть лекарь. Слушай, а давай вот этого, наверное... Хотя мы можем захилять. Давай-ка мы кое-что с тобой сделаем. Вот так вот отхилим. У него 4 энергии. Посмотрим, что он сейчас сделает. 4 единицы восстанавливает себе здоровье. И тянет карту. Тут он поставил орех. Окей. Так, уничтожаем с тобой этот ананас. Так, я боюсь, что он за этот орех кого-то спрячет. Но мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот так вот. Ставим сюда сумоиста. Он выставит карту. Если даже за орех, мы его перетянем. Задумался, орешек. Опа, еще один орех. Это что-то новенькое, кстати. А-а-а, вот. Вот жук. Вот жук-то где. Давай мы, наверное, с тобой, знаешь, что сделаем? Вот этот орех переместим вот сюда. Окей. И уничтожим с тобой. Так, а кого же нам лучше уничтожить-то? Давай, наверное... Блин, я не знаю. Давай вот этот вот орех уберем с поля боя. Нормуль. Так, и здесь нам нужно усилить атаку. А, почему хп? Почему я все время ребят путаю? Зомби здесь получает, ну, вроде бы как нарисована атака. Но у нас почему-то именно на здоровье все это влияет. Так, у него защита сработала, и он размещает стенорех. Ладно, это не критично. Ему не пробить нас пока еще. А вот этот орех, конечно, бомбит. Мы пока с тобой ничего здесь поставить не можем. У нас все дорожки забиты. Просто пропускаем ход. А вот что он сейчас сделает, это интересно. Я его тактику, в принципе, понял. Он будет выставлять орехи, да? И потом их усиливать. Ё-моёшечки. Ты серьезно? Что еще? Минус один, минус один. Опа. Офигеть.
И что же у нас получается? Сейчас вообще никого будет, не будет на поле у нас. Всех уничтожит, ты прикинь. Теперь у него преимущество передо мной. Мы это дело должны исправить. Так, сюда птенчика поставим. Сюда с тобой спортсмена. Карту сейчас вытянем. О! Неплохо. И вот сюда вот выставим. Ну что, поехали. Да ты достался своими орехами. И здоровье восстановил. Плохо дело. Опять, ребята, плохо дело. Опять у него будет преимущество. Сейчас еще три в лицо получим. Так, по ХП он меня выигрывает, но у него карт мало. У него мало карт. Что есть хорошо на самом деле. Так, давай вот сюда вот поставим. И вот так вот сделаем. У него всего две карты. Он восстанавливает себе 4 единицы здоровья и тянет карту. Так, две энергии у него. Так, он смотри, кого поставил, ребят. Так, минус. Как мы тут-то будем с тобой, а? Но у него пока... Что он делает вообще? При нанесении урона получает плюс 4 к атаке. Плохо. Но он не нанесет урон, пока у него нет такой возможности. Опс. А вот дальше уже будет похуже все. Нам надо как-то избавляться вот от этого. Но мне нечем. Мне пока нечем. У него две карты. Что он опять там делает? Ага, не сработал, да, фокус, парень? Ха-ха. Твой фокус тут не сработал. Он еще вытягивает карту. Всем, да, этого тоже восполняет. Твою же налево. Он сейчас будет так жестко бомбить. У него уже 8-5, ты прикинь? У него уже 8-5. Так, это у нас обычный зомби-призрак. Давай вот так, наверное, сделаем. Конечно, хотелось бы на ландшафт поставить его. Давай тогда вот так вот применим. Так, у него 10 энергии, ребята. Кактус выставил. Он выставил кактус. Ну вот этого зомби мы с вами потеряем. Это понятное дело. Но зато здесь останется одна единица здоровья. Поэтому мы его добьем. Главное сейчас, ребята, смотрите, видишь, 12 к атаке. Главное здесь придерживать. Потому что он может, знаешь, что сделать? Он может нам убрать. Если у него есть какая-нибудь карта или защита, он может убрать нам этого зомби. Будем надеяться, что у него этого нету. Так, вызывает стебелек. Ё-моё! Так, я могу... А нужно ли это делать? Нужно. Это делать нужно. Хотя, может быть, у него где-то там орех еще остался. Короче, здесь обмен. Здесь тоже вот у нас получится обмен. Но преимущество на поле все равно будет у нас. Так, давай, давай, давай. О, призрак. У него последняя защита осталась. У нас пока все целенькое. Так, призрак. Призрак. Призрака мы поставим с собой. Блин, нам невыгодно пока ничего делать. Давай пропустим ход. Опять кактус этот, а? Давай-ка... А, вот сюда вот поставим. Ну. Пшик. На, получи. Все, защиты больше у него нету. Так что можем спокойно его бомбить. Давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. Нанесем урон. Он остался без атаки. И мы его добьем здесь. Нет, 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 нет. Сюда иди. Мы его уничтожим. Герой становится неуязвим. Да ты что делаешь? Ты что, специально так? Сколько здесь? Минус 2, минус 2. Применяем сюда. Нам нужно уничтожить его.
Окей, а вот этого, ну, никак не получится, да? А, во, все, все, ребят, все получилось, все хорошо. Ух, я же запереживал, думал, сейчас как получим с тобой в лицо. Так, у него неуязвимость, понятно. Оу, тренер у нас появился. Давай-ка его сюда поставим. Неуязвимость. Он как тусенком прикрылся. Давай его сдвинем сейчас. Вот так вот будет лучше. И в лицо ему сейчас прилетит 8. Остается одно здоровье у этого ореха. Что, он сразу заерзал, занервничал. Правильно, так и надо. У нас нет карт пока. И ставим вот таким вот образом. Ну все, друзья, тут победа. На! Получил орех. Вот так-то. Ух. Слушай, ну вот эти цветочки, которые у него были, да, стебельки. Это, конечно, было жестко. Так, 50 получили аж. Отлично, спасибо большое. И мы с тобой переходим на следующий уровень. Так, также продолжаем играть за разгром. И против нас капитан Огонек. Капитан Огонек, опять любитель выставлять свои пенечки эти огненные. В принципе, как бы рука-то нормальная. О, тогда же лучше будет. Ай-яй-яй, а вот это вот лишнее. Вот это лишняя карта, пока. Ну давай, вызываем с тобой менеджера. Пускай нам карту вытягивает. Ух ты. Нормуль, ничего не могу сказать. Вот, начинает опять со своих пеньков. Пропускаем ход, конечно же. Так, нам этот пенек желательно бы уничтожить. И я знаю, в принципе, как это сделать. Поставим менеджера с тобой. И пропустим ход. Твою ж налево, а? Нам надо... Да ладно, уничтожим пень. Три в лицо, конечно. Это больно. Но он тоже получит два в лицо. Надо заняться вот этим теперь, огненным горохострелом. Опять, чего мне так много менеджеров-то? Кто такой? Надгробие. При появлении растения получает минус 2. Минус 2? Может быть, все-таки плюс 2? Непонятно. Давай я, наверное, вот сюда вот поставлю сумоиста. И менеджера. Какая-то у нас рука слишком сильная получается. Начало хода. Плюс один, плюс один. Бонусную атаку делает. Ты посмотри, а? Я думаю, что менять ничего не будем. Уничтожать надо вот этого. Уничтожать нужно его. Подставляем его вот сюда. Поехали. Ага. Так, ребята, у него сработает щит на следующий ход. Хм, приятный бонус. Давай тогда вот так сделаем с тобой. Так, он вызвал грушу. Еще одну. Арсений получает минус 2. Давай вот так вот уберем. Ха-ха. Но нам все равно не избежать атаки. Плюс 4 к здоровью делает, ты представляешь? Ах ты пенек. О, к здоровью. Тут, по-моему, друзья мои, перепутано. Атака со здоровьем. Ты видишь, он восстановил себе атаку. Хотя там было, по-моему, здоровье все-таки обозначено. Ну что, я предлагаю вот так вот сделать. Другого варианта я не вижу. Как его здесь задержать? Так. Опа. Все растения получают плюс 2. Трындец. Ну этого ладно, мы вот сюда вот, наверное, поставим и разберем его с умоистом. Карта. Ой, так даже хорошо получилось. Даже лучше, чем я ожидал. Смотри, сейчас тут мы уничтожим грушу. В лицо урон. И горохострела убили. Две карты у него всего. Куда он лезет? Объясни-ка мне. Мишень, безумие, броня, проскок, антигерой. Ничего себе у него тут статы.
Божественная карта. С Вантусом на голове. Ага, двойной удар. Сейчас, наверное... А я думал, что он сделает бонусную атаку. Нет, он вытягивает. Он делает добор себе. Ну, а мы с вами в 6 в лицо. Ух, парень, парень. На! Ха-ха-ха. Вот и весь тебе пенек. Не успел даже пикнуть, мы его разобрали. Да, вот это, конечно, карта хороша. Ну что, друзья мои, мы идем на следующий этап. Разгромчик мне нравится, хороший парень. Врежь ему! Окружите его! Заведите его в тупик! Опять, что ли, у нас орех? Точно. Мы все никак не угомонимся. Мы все на этом поле деремся с этим орехом. Так, смотрим. О, это чересчур. Вот это, кстати, тоже чересчур. Блин, а что, ранее игры мне не дадут? Плохо. Плохо, нет у меня первого хода, к сожалению. Он сейчас возьмет преимущество. Вызвал фасольку. Открыл счет, короче, да? Этот орех. Так, а мы теперь делаем вот таким вот образом. А он еще... Опа, опа, опачки. Давай, давай, уничтожаем с тобой. Вот так вот будет лучше. Но все равно два в лицо получим, это неизбежно. Так, у нас есть с тобой спортсмен. Можно, в принципе, вызвать его. Давай так вот сделаем. Карту еще получим. Ой, как хорошо. Ребят, это мне нравится. Да иди ты! Блин, еще три в лицо прилетит, а? Защита сработала у нас. Так, четыре или меньше. Слушай, я, наверное, пока не буду тратить. Не вижу смысла, пригодится еще. Это атака нам с тобой? Окей. Так, мы можем с тобой вызвать медика и подлечиться. Давай вот так вот. Окей, фулл хп у разгрома. Бронированный орех, вот это плохо. Смотри, защищается как может, а? Ладно, здесь обмен. Здесь уничтожают мне зомби, к сожалению. В лицо удар. И здесь убивают у нас спортсмена. То есть на поле у него преимущество, как мы видим. Но это пока, это все временно. Давай сюда поставим спортсмена. Пускай вытянет нам карту, какую-нибудь хорошую только. В принципе, неплохая карта. И вот так вот сделаю. Но опять же, друзья мои, что он придумает? Что он сейчас будет делать? Ага. Ох, ё-моё. Сколько он получит? Два. Два к атаке. Мы, наверное, с тобой его уберем отсюда. У него слишком много хп. Он мне здесь не нужен. Погнали. Так, минус орех. Фасоль тоже сейчас минус. Так, остается у него два, да? С картами тоже у него беда, я смотрю. Что мне очень-очень выгодно. Так, я могу, знаешь, как сделать? Попробовать вот так вот. Все спортсмены получают неуязвимость. У меня спортсменов-то тут и... А, он спортсмен? Окей. Так. Рикошет, кого убрать-то? Орех, если только убрать. Герой становится неуязвим. Так, подожди-ка. Вот этого я уберу. Он нам тут не нужен. Поехали. Окей. Два в лицо. А, он неуязвим. Он неуязвим. Этого мы с тобой сейчас раздавим. Наверное, да? Я думаю, раздавить можно, в принципе. Или же... Да. Вот так вот сделаю я. У него энергию заберем сейчас. Все, у него осталось 5 единиц энергии. Он опять его вызвал, а? Ладно, он пока атаковать не может. Мы его можем... Да, давай уберем его отсюда. Мало ли у него опять появится здесь ананас. Тем более мы знаем, что он при получении урона увеличивает себе атаку. Так, ему повезло. Он выставляет стенорех. Стенорех. Так.
Пока все отлично, ребят. Все равно у нас преимущество. Мы сейчас, знаешь, что с тобой сделать можем? Пропустим ход и просто всех уничтожим. Как? Сейчас покажу. Так, восполняет себе энергию. У нас есть вот такой вот баллончик. Вот такой баллончик. Смотри, что он делает. У кого здоровье меньше или два, то он всех уничтожает. И я еще вот так вот сделаю. И можно даже похиляться, но я пока не буду этого делать. Смотри, сейчас мы ему в лицо-то надаем. Так, еще у него защита сработала. Так, зомби-призрак у нас. Давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. Но, что он там? Видишь? А если бы здесь был тот фрукт, который дает? Что? Плюс 4 при перемещении? Ах ты жук. А, так, который получит 2 плюс 2? Вот это, конечно. Ой, ребята, красота-то какая. Смотри, сейчас что будет. Мы его сейчас просто снесем. Так, еще и еще. 3 хп у этого ореха осталось. Карт нет, он бедный там испугался. Мне нравится, когда он там трясется, дергается. Ты посмотри, как мы с тобой тут качнулись. Мишень ставит. Мне уже по барабану на твой, честно говоря, кактус. Тебе хана. Ах ты, у него еще щит. 4 единицы восстанавливает себе здоровье. Ладно, предположим. Еще один ход все-таки поживет. Получается, да? Ладно. И мы с тобой можем сделать вот так вот, эволюцию. Выставил мне. Ай, господи, насмешил. Все. Орех побежден. Ну, мне понравилось, как мы вот здесь с тобой, конечно, раскачали наших зомбарей. Это было на самом деле эпично. Ну что же, у нас с тобой предпоследний бой. Поехали. Вспышка на солнце. На этот раз у нас. Давненько мы, кстати, с ней не дрались. Поехали. Так, убираем здесь. Да что ж такая рука-то мощная. Эй, погоди, погоди. Блин. Только лишь с третьего хода, да, у нас. Ну, второй есть, конечно, ход. Но основной все идет. А он еще выставляет шампиньонов. Обалдеть, преимущество он взял. А мне даже ничего не сделать. Два в лицо, как минимум. Ладно. Так, давай, наверное, поставим сюда надгробие. Ох, ёпарасете. Это печаль. Так, этого сейчас уберем отсюда. Окей. И еще 4 в лицо мы сейчас с тобой получим, да? Так, что он мне тут выпало? Блин, у нас уже 16 здоровья. Блин, эти орехи достали уже. Придется нам, наверное, с тобой вот так вот сделать. Я говорю, с рукой не повезло. Оу, слушай, пока живем. Пока живем с тобой. Но, что он будет делать? Он амфибию выставил. Не так-так-так выживает, а? Слушай, а амфибию как мы с тобой можем убрать? Да никак. Пока никак абсолютно. Блин, 13 здоровья. Так, а этот парень у нас, по-моему... Да, это амфибия. Хорошо, мы выставим, наверное, его сюда. Надеюсь, он его не уберет. Будем надеяться на это. Так, он задумался. С рукой у него все хорошо. Карты есть. Он может его укрепить, бросив на него удобрение. Но он вызвал антигероя. У него еще 3 энергии. Ты что, специально это все делаешь? Блин. Ладно, хорошо, хотя бы амфибию уберем. Ну и 3-4 в лицо получим. Вот, то, что нужно. Давай вот так вот сделаем с тобой. Хотя зря, зря. Не то я немножко сделал, ребят.
Две карты у него всего. Короче, нам нужно выставлять с тобой медика. Это по-любому. Надо хиляться. Причем срочно. И вызываю менеджера. Поехали. Так, что он тут делает? Так, сейчас еще появится, да? Один гриб. И шампиньон. Он меня хочет достать просто. Он меня хочет достать. 11 хп у нас осталось. У него еще все щиты. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давай, наверное, вызовем спортсмена с тобой. Может, карту хорошую подгонит. В принципе, неплохая. И мы можем с тобой сделать вот так вот. За уничтожение вот этого призрака-зомби мы получаем действительно реального призрака. И плюс ко всему я могу... Так, рикошетить. Давай-ка вот этого вот уберем отсюда. Погнали. Так. Пошла, как говорится, наша атака. Получаем с тобой карту призрака. Все. Что он сейчас дальше будет делать? Это мне интересно. Так, выставляем сюда усача. Нет, пока не будем выставлять. Призрак нам может еще пригодиться. Потому что когда его выставляешь на поле, он делает 1-1, по-моему, да? Да, минус 1-1. Против вот таких вот халабут наносит 3 единицы урона. Окей, я тебя понял, парень. Так, зомби получает плюс 2, плюс 2. Вот сюда сделаем. И пока хватит. Так, убрали. Этот шампиньон тоже с тобой убираем. И у него защита срабатывает. Какая? Блин, минус один, минус один. Все зомби получают на земле. Окей. Так, неуязвимость получили мы с тобой. Блин, неужели призрака придется выставлять, а? Ладно, давай выставим. Амфибия. Тебя только здесь не хватало. Давай ее сюда перетягивай. Вот так. И, наверное, мы уничтожим. Подожди, нам надо вот так вот сделать. А минус. Камыш. И неуязвимость у нас осталась, да? Плюс безумие. Ну что, теперь я смотрю, здоровье-то у него меньше. Вау, еще призрак нам выпал. Ставим сюда. Поехали. А у него ничего нету, что ли, в руке? Как все запущено. Что у тебя с рукой-то, парень? Так. 2 единицы урона, да? Бамс. Ну ладно. Молодец. О, друзья мои. Так, давай, наверное, вот сюда вот поставим. Можно было бы, конечно, и не делать эту эволюцию, но... Я думаю, так будет хорошо. Абрикосик вылез. Абрикосик мы отсюда уберем. Все, ребят, последний удар. Пока. Иди там дальше, загорай на своем солнце. А мы пойдем без тебя. И у нас, кстати, сейчас будет бой с боссом. Это орех. Это будет у нас орех. Ух, последняя. Поехали. Давай накажем, накажем с тобой этот орешек. Который, думаю, нам по зубам. О, кстати, рука-то какая хорошая выпала. Ранее, вообще замечательно. Что за условия? Орех в доспехах начинает игру с плюс 10 единицами здоровья и минус 3 картами. Мне это не нравится. Нужно что-нибудь ударить. Нужно что-нибудь ударить, ударим. У него 30 хп, ё-моё, преимущество передо мной. Он сейчас может себе нахапать здесь. Слушай, он ничего не делает. Подозрительно это все. Что, так все плохо с рукой у него? Или карты дорогие? А если карты дорогие, то... Это будет у него поздняя игра. Поэтому, наверное, и дали нам 30 хп. Ему точнее. Так, давай, 3 в лицо. Раз, два, три.
Защита первая сработала. Идет у него набор карт потихоньку. Выставляем сюда зомби в броне. Неужели никого не выставит? Совсем мне это не нравится все. Что же там у тебя в руке, парень, а? Арахис. Ёлки ты палки. Он, друзья мои, вызвал арахис. Тоже есть хорошо, конечно. Ну, с арахисом, я думаю, мы справимся. Знаешь как? Мы поставим тоже зомби с броней. Надеюсь, ничего у него такого там нету. Уберет, наверное, да, мне его? Думает. А раз думает, значит, что-то есть. Обмысливает ситуации. Обыгрывает. Стенорех выставляет. Ты посмотри, а. Вот жулик. Ох, ё-моёшечки. Классика жанра, а. Плохо это все, плохо, ребята. Так, мы ему сравняли хпшки с нашими. Я могу сделать эволюцию. Но знаете, что я, наверное, сделаю? Да, я вот так вот сделаю. Не будем с вами делать эволюцию, хотя мы могли бы сделать, и это было бы выгодно. Потому что при эволюции у него было бы, да, все зомби получают 2 плюс 2. Ну, то есть, сам понимаешь, да? Это, у этого было бы 5, у этого 3, у этого 4. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, тут обмен. Куда он его перемещает? Ну ты жук, а, однако, ну ты жук. Что вытворяет, ты посмотри. Еще, так. Восстанавливает всем здоровье. Еще лучше, блин. Еще лучше. Блин, ребят, надо что-то придумать срочно. Ух, я даже не знаю, как быть. Эволюция уничтожает растения, да? Давай сделаем с тобой. Кого уничтожим? Вот этого, наверное. Окей. Сумоиста я поставлю вот сюда. Я думаю, ты догадался, зачем, да? Твою ж налево, этот еще появился. Блин, еще одна арахисина. Так, знаешь что, мне надо... Давай вот этот орех уберем вот сюда. Погнали. Обмен. Тут 4 в лицо. Так. У него одна карта всего. Одна карта, друзья мои. Есть шанс у нас все-таки с вами здесь победить. Во-первых, я поставлю вот сюда вот медика. И нашего птенчика зомби. Да чтоб тебя, ты достал уже, серьезно тебе говорю, блин. Сейчас уничтожит меня, конечно же. Так, 4-4, как быть? Я, в принципе, знаю, как этого уничтожить. Я уже понял. Так, давай, может быть, карта какая-нибудь хорошая попадет. Антигерой. Ну, антигерой нам здесь как бы сейчас и не нужен, если честно. Ладно, я поставлю. Друзья, будем уничтожать вот этого. Вот таким вот образом. Оу, я думал, что мы его уничтожим, а мы просто ему... 2-2 сделали. Тогда вот так вот сделаем. Поехали. Так, минус одна фасолина. Ой, фасолина, арахис, конечно же, арахис. Минус орех. Блин, достал вот этот, конечно, чудик здесь. Вызываем спортсмена. Ну, придется, а что? У него карт больше, чем у нас. Оу. Копируй другого зомби. Я даже знаю, кого мы сейчас с тобой копернем. Вот этого. 4-5, это будет неплохо. Ага, давай, поехали.
Нет, он что-то думает опять. Да ее просто, блин, у него... И опять орех выставил, а? Ну, ничего нам здесь нельзя сделать. Поехали, будем сейчас атаковать. Пока, менеджер, я буду по тебе скучать. Я боюсь, как бы у него не было ананаса в кармане. Он выставит, эти получат атаку. Ну что, выставляем зомби с броней. Фасолину. Нет у него нормальных карт, друзья мои. Раз он выставил сюда фасолину. Так. Минус. Минус. Остается два. Ой, как замечательно. Супер прокачка. Восстанавливаем здоровье. И атакуем. Опа. Вовремя мы уничтожили с тобой, кстати, вот этих вот двух здесь. Потому что иначе бы они получили два к атаке. А я так и думал, что у него есть. Так, этих мы с тобой разбираем. И этого уничтожаем. И 6 в лицо. Плюс защита у него сработает. Так, что у него там? Неуязвимость 100%, наверное, да? Ну, слушай, мне пока ничего здесь не нужно. Я ход пропущу. Так, что, ну да, неуязвимость. Еще бы ему эта карта не выпала бы. Это кто такой? Ваши орехи... Чего там? Еще разок. При использовании ваши орехи получает плюс 2 единицы к здоровью. Орехляндия. Я, кстати, в первый раз вижу, если честно. А у нас с тобой есть минус 2, минус 2. Мы можем с тобой вот так вот. Ну, это уже просто от нечего делать. Я знаю, что уже победа за нами. Но, тем не менее, вот так вот. И захиляемся, все, потратим с тобой. И добьем. Ай, какой добьем? То, ё-моё, я же забыл, что у него неуязвимость-то стоит. Ладно, мы еще станем крепче сейчас с тобой. Ты представляешь, вот как вот ему против нас тут воевать? Да никак. У него не получится ничего абсолютно. А мы его уничтожаем. Классно. Слушай, сегодняшняя серия мне понравилась. Вообще так хорошо у нас получилось. Так классно, блин. Я ж прям сам рад. Взял такой, да. Бабах. Лети скатертью дорожка. Вот и треснул орешек. А мы выиграли? Да, мы выиграли. Справились мы с этим орехом. Как говорится, и я рад, я надеюсь, вы тоже за меня рады. Ну, а на этом, друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!